Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 21 апреля, а ничего не меняется. Выхожу каждый день, смотрю на зимние пейзажи. Вот натуральные зимние пейзажи. Деревья в снегу. Такой падает хлопья снега на землю. У нас три раза за неделю сугробы растаивали, потом нас снова заваливало снегом, потом опять растаивало. Вот здесь, где-то сейчас покажу вам, показывала, вот где я посеяла салат и пекинку. Три раза оттаивала, я ходила, проверяла, пекинская капуста была целая. Но вот сейчас уже, когда четвертый раз, по-моему, или какой уже, засыпала ее снегом, не знаю, жива она там или нет. Но ясно, что в такую погоду... Уже неделю минус стойкий на улице. В такую погоду только занимаемся тем, что поддерживаем тепло в теплице. Вот где у меня подмерзла немного рассада. Реанимировала я рассаду. Там большинство, конечно, растений встало, отошло. Но некоторые черные листики опадут. Но ничего страшного. И дело в том, что, глядя вот на такое темное небо, вот сейчас день у меня ничего не предвещает каких-то изменений. И прогноз сначала давался нам плохой до четверга, потом сдвинули на пятницу, сегодня уже воскресенье. Теперь уже и на понедельник, вторник холодный прогноз с синоптиком. Вот ждем. Птички даже так чирикают, не очень весело, конечно, холодно им. У нас ничего не меняется. Холодно. Я читала комментарии, вчера, правда, не выходила в интернет, у всех так холодно, но будем надеяться на лучшее. Но это самый, вот насколько за последние годы, это самый продолжительный холодный период. Обычно у нас день-два солнце выходит, все растаивает, день-два и хорошо, тут один, второй, третий, четвертый, седьмой. Завтра, вот сегодня вечером уже будет, начнется восьмой день, как мы сидим в холоде под снегом. Все, ждем весну.